В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря текущего года на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее.